Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся на северо-востоке острова Solstheim. Мне охота побывать на этом острове. Где-то на нем находится... Ну, собственно, вон он находится. Непонятный могильник. Хочу заглянуть туда. Посмотрим, что нас ждет. В последней серии мы совершенно неожиданно, нежданно-негаданно... Так, это что? Попали на каменоломни, уснув у себя дома, очнулись в пахивающем на каком-то непонятном храме на строительстве. То есть Мирок, среди прочего, зомбировал и нас, и каким-то образом контролирует людей. Придется отомстить. Так, это кто такой? Ты мирный? Судя по всему, ты даже не человек, да? Не человек. А, вроде человек, мне показалось, что это нежить. Насколько я понимаю, это недружелюбные ребята. Но если я сейчас начну с ними драться, потом окажется по-другому, это будет обидно. Как бы там ни было. Давайте поломаем их. Да, дорожный грабитель. Ух ты какой. Так, с выносливостью у нас проблема, но кое-как мы его порубали все-таки. Проблемы с выносливостью у нас, потому что на улице день, а у нас дикий вампирский голод. Поэтому нам нужно забраться. Так, отмычка. Нужно забраться в это подземелье, и все у нас восстановится. В общем, грабители. Я думаю, здесь грабители. И среди прочего, я думаю, здесь будут драугры, нежить. Так, понятно. Чуть-чуть левее. Вот так вот как-то. Даже еще чуть-чуть. Отлично. И посмотрим, что в этом кургане нас ждет. Пока что здесь не было ни одного вообще такого конвейерного места. Каждое место было уникальное, и в нем было интересно находиться. Скорее всего, и здесь будет какая-то история своя. О, я же говорил. Не так тут и много на самом-то деле. Искатель приключений. Тебя грабители убили, что ли? Или драугры? Записка на обрывке бумаги. Самый богатый клад на всем Солстейме, сказали они. Ха! Похоже, что это местечко обчищено столетия назад. Сталгрим может и стоить чего-то, но моя кирка и близко не настолько хороша, чтобы я мог его отколоть. Я все еще не могу избавиться от ощущения, что здесь есть что-то, что я упускаю. В этом месте странный сквозняк, возможно, секретный проход. Я запер себя внутри, пока эти бандиты не успокоились и ушли. Полагаю, я продолжу искать. Не так уж много я могу сделать. Понятно. Я так и подумал, что за одним из этих залежей руды вполне возможно что-то есть. То есть это не просто руда, а еще и заграждение. Давайте начнем с этого. У нас... На счастье, нормальная кирка имеется. Сталгрим. Надо будет из него что-то собрать. Я пока не понял, что именно из него можно собрать хорошего. Так, еще поломаем. Пока что что-то как-то мягти. Бриллиант добавлю. Круто. Ну, не с этой стороны, как оказалось. Здесь ничего особенного. Ну, значит, здесь. Блин, прикольно. А ведь понимаете, если бы я сейчас не зачистил ту шахту и не получил бы эту кирку. Ну, то есть кирку я получил еще до зачистки шахты. Но вы поняли. То сюда бы мы пришли и ушли бы отсюда не солоно хлебамши.
Там что только этой киркой можно разломать. Сталгрим. Вот и оно. Отлично. Я так и думал. Понятно. Это что-то нордское. Здесь, значит, могут быть ловушки. Но знаете, тут горят свечки. Значит, кто-то их зажег. Опа-па. Нужен ключ. Блин. А ключ, скорее всего, мы получим по какому-то квесту. Хорошо. У вас ни у кого ключей нет. Смертельная метка. Рассказ пирата. Понятно, это мы читали уже. К сожалению, ключа тут я не вижу. Видимо, получим мы его как-то по-другому. Печаль, значит, уходим. Как минимум получили сталгрима. Странно, ты как-то лежишь. Вот так вот приляг. Так, ну ладно, запомним это место. Здесь у нас курган Джилденхал. Тут мы сейчас найдем что-то еще интересное, я уверен. Колючая трава нам не нужна. Представьте, каково это плавать в морозной воде. Там наверху что-то есть. Так, морж. Ну, Харкер. Трогать мы его не будем. Зачем он нам? Зачем мы ему? Так, я одновременно хочу наверх посмотреть, что там. И сюда сходить. Давайте сначала сюда. Обойдем эту горную гряду. А здесь какой-то проход есть. Да, определенно. Кто в тереме живет? Деревня Скалов. Новое поселение. И что это такое в центре? Ух ты. Да, прохладно. Do not distract me. I must dedicate myself to maintaining the barrier. Please leave us. We must concentrate. Медитируйте. А, ну извините. Focus. Ладно, все, молчу. Какой барьер? Вы о чем вообще? Они каким-то образом защищают эту деревню, но от чего, пока непонятно. Лады. Давайте поговорим, у них ярл, наверное, свой есть, который, наверное, поведает нам, что тут происходит. Так, пока что пустовато. Хозяева, где все? Блин, я вышел. От Солстейма, оказывается, дорога. Ох уж это солнце. Так, ну, либо хозяева спят, тогда я смогу покушать с них. Либо... Здесь вообще никто не живет, что ли? Я не знаю, куда они подевались. Пустовато. Скорее всего, знаете, здесь вот эти вот три монаха живут в этом доме. Хотя нет, кровать одна.
так. Не густо. Поживиться нечем. Да я и не собирался, в принципе, тут не затем. Лады, чё, пойдем отсюда. Спецназ. Так, это у нас... Ну, а это что такое? Тихо. Пчелиный мед, это всегда хорошо. Давайте его сразу скушаем. Смайли, да? Круто. Бочонок приговорили, так и выходим. Ах, солнце. Так, ну что, а сколько времени вообще? Где все? Или тут я кроме вас что-то тут особо никого не вижу? Знаете, скорее всего, вот это вот, помните, мы в прошлой серии встречали кучу каких-то нордов, которые гуляли туда-сюда. Ой, а это что? Это, скорее всего, жители этой деревни, но они по какому-то стечению обстоятельств ушли отсюда. Дорожный грабитель? Чё? Невидимый труп, что ли? Окей. Давайте потеплее оденемся. А то что-то как-то тут прохладно, на мой взгляд. Чисто пока. Ну, я бы не сказал, что я теплее оделся. Ладно, переодеваемся обратно в свою вампирскую. Так. Все хорошо. Давайте сюда быстрее тогда. Хижина шамана. Шамана, вернее. Шамана, говорю. Хижина шамана. Так. Где все? Куда народ подевался? Здесь я смотрю. Тоже никого нет. Дети все создатели книга. Не припомню такой. Классно. Так, ну, ничего тут нет. Ладно. Пустовата какая-то деревенька. Я вообще не понимаю этого запустения. А, вон, смотри, кто-то ходит все-таки. Так, ну давай сюда зайдем. Железогиб, это, видимо. Девочка, где все взрослые? The elders talk of great cities much bigger than our village. But why would anyone need so many buildings? Тебе скажи, сопля. Живут, короче говоря, тем, что охотятся на харкеров. Дома все закрыты. Сколько времени-то? 9 утра. Ну, судя по всему, они все дома спят, что ли, я не понимаю, или ушли куда-то. Давай заглянем. Если спят, то хорошо даже. Ну, что-то у меня такое подозрение, что деревня брошенная по большей части. Да, смотрю, пустой дом. Монетки. Небогато живут. Объяснил бы мне кто-нибудь, что я тут делаю. Дом Ослафа. То же самое. Дом Вульфа Дикая Кровь. Дом Эдлы. Дом Морвин. Смотри, никого нет. Что-то как-то я не понял, честно говоря. Сторн will protect us. We will be safe. Так, ну окей, я приду сюда попозже, возможно, все ушли на охоту.
Как-то не густо у вас тут вообще никого и ничего нет. Странно. Что тут, пещера поблизости? Посмотрим. Кролик, уйди. Что-то там есть на этом островке. Какой-то всплеск я видел. Или свет. Так, ну пойдем мы где все-таки к этой пещере. Вот она где-то тут. Что? Разбойников кто-то поубивал. Камень, душ, отмычка. Реклинги их поубивали, понятно. Это хорошо. Реклингов мы уважаем. Маленькие, но злобные твари. Фроссель. Корень Ирна. Его издалека слышно. Так, вот пещера. И что-то сдается мне, что врагами нашими здесь будут. Не знаю, посмотрим. Интересно, девки пляшут. Я так не понял, что с этой деревней? Я пришел, никого нет. Одна девочка, эти монахи держат свой барьер какой-то непонятный. Придем сюда попозже. Вполне возможно, это небольшой баг, они куда-то ушли там по им одним понятным делам. О, нам мать, представьте, как здесь холодно. У меня аж зябко стало. Оленья шкура. Чье это все? Ну да. Маленькие неприятные твари. Подожди, они точно опасны, потому что я уже встречался с ними, и они не атаковали меня. Но с другой стороны, если я их сейчас... Понятно. Опасны. Еще как, вон их сколько. Прости, но было весело. Так, ребятки. Смешные такие, да? Реклинг воин. Суровый. Так, золото. Мясо кабана нам не нужно. Наша стрела. Аккуратно. Главное не расслабляться. Их копии можно как стрелы использовать. Они такие маленькие, противные. Им швыряться, похоже, можно. Ну-ка. Давайте попробуем. А, ну да, это как стрелы, смотри. Я думал, я пошутил. Оказалось, я был прав. Кривое такое. Так, хрюшка, иди сюда. А вот еще одна. Ну, неплохо. Далеко, интересно, полетит, нет?
не очень. Тяжелый летает недалеко, но мощный. Так, повыше надо поднять. Вполне себе, мне понравилось. Мухомор. У вас нигде нету той травы, которая мне нужна. Можжевельник. Это не то. Пустой. Да нет, короче. Так, ну ладно. Такие бандурины за спиной висят. Так, ну что, найдем шамана. Шамана, блин, что я сегодня шамана говорю? Шамана. И я думаю, разберемся с ним. Понять бы вообще, что я тут делаю. Я сюда пришел просто исследовать. Но раз вы такие агрессивные, придется поубивать. Так, есть кто? Вилы. Тоже приходит. Ой. Нормально. Скрытность 80 уровня. Так, хорош. Последний. Блин, они неуклюжие такие, это просто капец. Да. Нет, обычные стрелы, они все-таки, конечно, получше. Он совсем убьет сейчас своими же ловушками. Готов. Зачем мне угли, я не знаю, но ладно. На своей же ловушке чуть не нарвался. О, еще копия. Вещи и тарелка. Зачем ему все это? Это, несомненно, крайне нужные вещи. Примитивные создания. Я кого прошибло-то, а? Эбонитовый двуручный меч. Круто. Здесь мы по большей части. Да ёлы-палы. Смотри, он даже не успевает меня заметить. Свидание. Вот против них железные стрелы. Самое оно. Другие жалко. То есть реклинги — это такая разновидность, я так понимаю, гоблинов, только очень слабая, примитивная. А что ж вы делаете, ну? Вошло как надо. Копье. Не дают взять. Лишка. Лишка. Ты посмотри, он так дергается, что... попасть довольно тяжело. Ну окей, один готов. Типа увернулся, что ли? Крутой.
Зачем я сюда иду? Не совсем понятно. Чё я тут делаю вообще? Но стрелять получается вполне себе неплохо. Статуя дебила, ты посмотри. Вот это удачная находка. Так, тут чё? Я так и знал, да. Давайте посмотрим. Амулет Катоша. Магия восстанавливается на 25% быстрее. Круто. Мне не нужно. Копия. Давайте еще раз копиями быстрее. Это прикольно. Сейчас обязательно выпрыгнет вот тут. Блин, как обычно. Ну ты посмотри, большая пещера какая. О, как я и говорил, тут не бывает пещер, которые сделаны бы, были по типу конвейера. В каждой что-то да есть. Это что они, телеги молятся, что ли? Нормально. Так, сохранили. Давайте поближе посмотрим. Да. Дела. Или что это такое? Типа хвост. Окей. Ну что, приступим тогда? Стрелок. Это будет долго. Так, нас заметили. Надо бежать. Слишком большие силы. Надо доставать серьезные стрелы и начинать чистить. Я думаю, орочи, в принципе, подойдут вполне себе неплохо. Шло. Полом мать, как у вас тут. Так, ребятки, что-то вас довольно много, я смотрю. Задание. Серьезно такие. Так, ну что? Первый. Своими копиями. Пошел. Тихо. Кто кого типа? Окей. Перестрелка. На копии. Поломать, вы что-то какие-то сильные. Попал.
Такое ощущение, что это у них самый прохавный чувак. Но я чувствую, все, приехал. Так, и остался ты. У них серьезные проблемы, вы заметили, с анимацией бега. Они постоянно глючат, когда пытаются подбежать ко мне. То на месте застревают, то еще что. Все равно это самые прикольные противники за последнее время. Так. Копья нам всегда пригодятся. Теперь, где у нас порося? Вон они. Лишка. Сейчас прискачет. Поздно? Нет, не поздно. Прилег. Все, хорошо, спокойно. Не знаю, чему вы там молились, но уже не важно. Смотри, как вышло. Прикольно. Так, копье. Тебе неплохо вошло. Давайте осматриваться. То есть в каждом месте, куда не зайдешь, постоянно вот какие-то приколы. Здесь у нас гниль на мире. Здесь у нас люди молятся святой телеге. Она, видимо, очень сильно им нравилась. Ну, ладно. В итоге мы их убили. Золотая жила. Можно золото подобывать. Но нам это не нужно. Шкурки маленькие такие для себя заделали. И сокровища. Золотые. Корундовый слиток, богатые сапоги, богатая одежда. Почему бы нам не приодеться? Так, ну-ка. Ну, как-то так. Чисто так, на пока. Пока холодно вокруг так. Вот, не замерзнем, я надеюсь. Вид, конечно, глупый. Но это не холодно. Кувшинчик. Стекляшки. Так, это крутая штука. Кошелек с монетами. Все, я так понимаю. Чеснок мне не очень нужен, я вампир. Еще одна статуя дебилы. Круто. Я не помню, зачем они нужны, но помню, что вещь хорошая. Так, ладно, тут прошли. Теперь давайте мы туда наверх поднимемся, посмотрим, что у нас там. Не зря пришли. Хотя нам, по сути, тут ничего не нужно, но, как видите, вон, во что это вылилось во все. Так, а там что-то у меня такое подозрение, что уже выход. Хотя, может, шаман какой-нибудь будет. Метла. Подъем куда-то высоко наверх. Не люблю такие места, в них прятаться тяжело. Хотя с моим навыком скрытности смысла уже особого в этих словах нет, потому что я могу спрятаться на ровном месте. В ярко освещенной комнате. Сыр. Так, тут у нас что? А, вот мы пришли к выходу обратно. Понятно. Ну так себе подземелье. Не сказать, что прям уж очень крутое. Но
Для разнообразия пойдет. Хорошо, идем на выход. Что нам? В следующей серии продолжим исследовать побережье. Двинемся, я думаю, все-таки в сторону того огромного гриба, который я намеревался посетить уже довольно давно, но как-то вот игра не отпускала. Я не уверен, что она отпустит на этот раз, но, по крайней мере, мы туда двинемся. Туда, в сторону юга, южную часть острова. Прикольно, конечно, так что мы сначала заметили разумных этих гоблинов мелких, а теперь заметили бандитов. Потому что если бы я сначала заметил этих бандитов, то потом вот этих разумных, когда бы я заметил, я бы начал сразу стрелять без разговоров. А там вон, поди ж ты, какие дела. Ну что, давайте на этом заканчивать. В принципе, было прикольно. Как видите, с лицом у нас определенные проблемы. Попкопу пора покушать, потому что он весь уже облезлый какой-то. В ближайших сериях. Ну, в общем, надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.